Всем, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мьюзик. Сегодня мы с вами послушаем Лости и Кодакуна Миражи. Production by Кодакуна. В общем, мы знаем этих ребят, они... Ого, в плейлисты даже уже начали попадать, интересно. Мы знаем этих ребят, что Лости, что Кодакуну, они вроде из какого-то объединения, которое я вам не вспомню, но я вам сейчас его скажу. Посмотрим тут. Да, Lovely Set, за которым мы пока что не следим. Мы вроде за одним участником буквально следим оттуда. Не помню за кем, а может и ни за кем вообще не следим. Хуй знает, короче, я не помню. Вот, тем не менее, выходит трючок, и его мне задонатили. Платный заказ. Спасибо вам большое за поддержку. Это випка. Вип-реакция. Очень приятно. Если вы тоже хотите что-то задонатить, какой-нибудь трэш, чтобы я послушал или альбом, то ссылочка в описании на Twitch. Обязательно заходите, там есть задонатали, все время это читайте, потом ищите себя в Телеграме. Конечно, ну, короче, вы поняли, вся хуйня вообще. Телеграм, Twitch, Boosty, Discord, все ссылки в описании. Угу. Сапчеки, привет, кстати. Ты вроде тебя сегодня не видел. Да, вроде тебя не было, так что привет. Давай смотреть, что это такое. У ребят есть... неплохие, скажем так, треки у Кодакуны, как минимум. У Лости мы что-то отсюда слушали даже вроде. Страшно, да, страшно трючок, я помню. Нашли мы их через ТикТок. Трек какой-то был, блядь, какой-то прям вот... А, ну страшно, да, страшно. Который был неплохой в ТикТоке. Угу, да. Давайте смотреть, что это такое. Алло, я с самого начала тут. Я долбоеб, значит, прости. А как делать не забалы прогнозы? Не прогноз, а этот, ну, какая-то голосовалка должна быть, я хуй знаю, ты сам предложил. А, ну вот, управлять опросом, новый опрос, и вот тут эту галочку не ставить, не ставить, все. Начинаем, слушаем, Миражи, что это такое? Трек, кстати, месяц назад выходил. Я мне не интересен с тобой общаться. Времени прошло, куча досадно. В одном мысли о тебе происходит что-то странное. Я хочу узнать, сколько стоит пережить. Почему перелегла вся бежу миражи. Я хочу узнать, сколько мне осталось жить. Почему в последний раз увижу только свет? Я хочу узнать, сколько стоит пережить. Почему впереди класса вижу миражи. Я хочу узнать, сколько мне осталось. Не выводит как будто. Почему в последний раз увижу только свет? Но есть вайбер какой-то. Узнать, что перед моим глазами. Не скажу тебе ответ, ведь уже поздно. Вот тебе знак. Вот тебе знак. Знаешь, то ли вода, то ли снег. Почему будто во сне? Ничего не чувствую, уже какие сутки. Внутри меня темнота. Прошу, ты найди меня. Найди меня, найди меня. Что я испытывал все эти дни. Для меня будто пытка. Ничего не чувствую уже. Какие сутки, да? Недели, да? Годы, месяца. Я хочу узнать, сколько стоит пережить. Почему впереди глаз я вижу миражи. Я хочу узнать, сколько мне осталось жить. Сейчас, припев, ладно, почему в последний раз увижу только свет. Я хочу узнать, сколько стоит пережить. Почему впереди класс я вижу миражи. Я хочу узнать, сколько мне осталось жить. Почему в последний раз увижу только свет. Так, начну с первой мысли. Начну с первой мысли. Первое, что мне не нравится в припеве, припев в целом прикольный. Я хочу узнать, сколько стоит пережить мне, почему впереди глаз я вижу миражи. Я хочу узнать, сколько мне осталось жить лет, почему в последний раз увижу только свет. В целом, прикольные строчки, в которых люди могут там находить себя, да, то есть вот эта хуйня, она рабочая, респект. Но... я сначала не понял, бля, что не так с припевом? Вроде что-то мимо, вроде что-то не то, хотя первые вот строчки 2-3 мне нравятся. Ну, просто вот элементарная хуйня. Жить мне, вы рифмуете, жи-е, жить лет, свет.
Вот эта хуйня, она вообще выбивается из колеи. Вообще выбивается. Потому что вы не добавляете какой-то слог с шипящей для рифмы. Да хуй с ней шипящей. Можно было просто слог добавить и чисто оставить цвет. А вы въебали чисто... То есть везде ЖЕ, а тут ЕЕЕ. Вот просто ровное, тупое. Надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Это в структуре припева хуёво выглядит. Сам припев потенциал имел. Как будто бит чуть-чуть перебивает, но пойдет, правда пойдет припев. Вот если бы не эта хуйня, правда пойдет. Второй куплет. Мимо. Очень странная структура. Непонятно, не прочувствовал. Правда. Как-то какие-то рандомные ускорения. Вот эта строчка плохая. Я хуй знает. Бридж ни о чем особо. Мне кажется, что в целом тюн плохо подобран. Есть ощущение? Что думаете? Что по тюну скажете? Вот мы сейчас еще спидап послушаем. И вот. Ну, вот это как интруха. Так что хуй с ней. И вот это тоже не понял к чему. Абсолютно не нужно и некачественно сделано. Короче, трек по качеству сильно уступает, но задатки есть. Задатки в целом есть. Я вам вроде говорил, что... у вас что-то в вас есть. Нужно работать, пытаться рано или поздно, я думаю, придете к качеству, придете к какому-то пониманию своей музыки. Задатки есть, действительно. Вот. Давайте послушаем спидап. Но я сомневаюсь, что со спидапом станет лучше, но. Вдруг. Чуя досадно, рядом мысли о тебе, происходит что-то странное. Я хочу узнать, сколько стоит пережить нас. Почему впереди глаз я вижу миражи? Я хочу узнать, сколько мне осталось жить. Почему в последний раз увижу только свет? Я хочу узнать, сколько стоит пережить нас. Почему впереди глаз я вижу миражи? Я хочу узнать, сколько мне осталось жить. Она хочет узнать, что перед моими глазами. Не скажу тебе ответ, ведь уже поздно. Вот тебе знак, вот тебе знак. Спидап лучше. Хочу, будто во сне. Ничего не чувствую, уже как не сутки. Внутри меня темнота, прошу ты найди меня. Бит охуенный, кстати, респект по Кадакуна хороший бит продюсер. Это я не сомневаюсь. Я хочу узнать, сколько стоит пережить нас. Почему впереди глаз я вижу миражи? Да, лучше гораздо. Я хочу узнать, сколько стоит пережить нас. Гораздо лучше, выключу, пожалуй. Очень странное аутро, если честно. Не понял, к чему. Не понял, зачем. И почему мне еще эта хуйня не приглашается. Мне за прогноз дадут чай с пирожком или хотя бы пиздюлей? Нет, бро, тебе ничего не дадут. А что, Вилончик решил, ну, наебать и даже, ну, голосовалку не сделать? Респект. На то он и мой модер. Так, ну, вы поняли. Спидап лучше, я думаю, за счет более динамичности трека, где всякие косяки не так замечаются. Бля, ну в любом случае, бро, 2008 год, все впереди. Да что это за хуйня, ну можно меня, пожалуйста? Я тебя понял. Так и не могу я сделать, только ты. А, понятно. Так что, спасибо. Если что, ждем вас еще раз, если вдруг. Да. Желаем удачи. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.